Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Туфли Сантино для тех женщин, кто выбирает не только стиль, не только удобство, но еще и имиджевые, статусные вещи, потому что туфли Сантино сделаны полностью из натуральной кожи. Ликуем, девочки! Полностью натуральная кожа, а это значит уверенность в себе и удобнейшие туфли на года, абсолютно точно. Цена премьеры для вас от телеканала Shopping Show только на один день. 1599 рублей. Наташа, посмотри, скидка составляет практически ту же цену, что и цена премьеры. 1300 рублей. И, кстати, еще и 5 цветов на выбор. 5 цветов на выбор. Я тебе, как профессионал, скажу, что встретить настоящие кожаные туфли в магазинах за такую цену нереально. Таких цен в магазинах нет. А у нас еще и 5 цветов на выбор. Давай выбирать цвета. У меня, честно, уже глаза разбегаются. Мне нравится, что они все спокойные. Они все очень интеллигентные. Первый цвет называется у нас... Это белый цвет. Вот, да, он действительно выглядит как сливочный с рыжим кантом, но в заказе этот цвет будет называться белый. Такое, знаешь, топленое молочко. Да, с тобой согласна. Вот здесь все очень просто. Естественно, это серый цвет. Обратите внимание, очень стильно везде сделан вот такой вот кант, также из натуральной кожи. Такой прием не только добавляет вам стиля и элегантности, но еще и визуально уменьшает ногу. Далее, посмотрите, очень красивый белый с оранжевой окантовкой, да? В заказе он называется белый с оранжевым. Так, далее, посмотрите, белый с синим, белый с синей окантовкой. Слушай, как модно смотрится, морская тематика, да? Да, я с тобой согласна, но не менее хороша вот этот рыжий цвет. Мне вообще очень нравится рыжий. Такие цвета максимально приближены к цвету натуральной кожи, поэтому всегда сразу издали видно, что это престижно. Ну, вообще, скажем так, натуральную кожу не спутать ни с чем. Посмотри на эту фактуру, посмотри на этот рисунок, его не сымитировать, его действительно никто никогда не перепутает. Когда вы будете заходить в этих туфельках куда-то в помещение, все сразу будут понимать, что вы выбираете для себя хорошие вещи, статусные, а это очень важно, Лен, согласись, как ни крути, встречают нас все-таки по одежке, и вот я люблю фразу, уже у нас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Наташа, я с тобой абсолютно согласна, дорогие туфли обязательно должны быть в вашем гардеробе, особенно когда дорого, это значит 1599 рублей. Знаешь, я хочу сейчас тебя спросить, кому такие туфли подойдут, с чем их носить и как нам выбирать размер? Итак, туфли подойдут абсолютно всем. Знаешь, чем хороши? Нет совершенно никаких возрастных ограничений. Они подойдут внучке, маме и бабушке их, потому что здесь у нас элегантная модель, и ее можно вписать как в спортивный такой стиль молодой девчонки, так и в более элегантный повседневный стиль ее уже родительниц. Далее, выбираем четко размер в размер, дальше уже туфли будут подстраиваться благодаря системе эластичных лент, благодаря 8-й увеличенной полноте, ну а самое главное, мне еще нравится, Лен, что они стилистически универсальны, под брюки, под юбки, под платье подойдут всегда. Абсолютно точно сегодня цена на премьеры для вас 1599 рублей. Смотрите, выбирайте сразу несколько коллекций. Договоритесь со своими подружками, со своими соседками, мамочке, сестре, бабушке, маме, дочери. Абсолютно всем нужны хорошие туфли из натуральной кожи. Наташ, а правда, что туфли из натуральной кожи, они вот буквально обнимая нашу ножку, знаешь, как вторая кожа, пристраиваются к ней? Да, ты знаешь, за счет чего это происходит? Потому что именно у натуральной кожи есть такие уникальные качества, как эластичность. Причем она с возвратным эффектом. Натуральная кожа примет форму вашей стопы. Вот какая бы эта форма ни была. Будь, например, здесь где-то косточка, будь какие-то изъяны в пальчиках. То есть здесь будет абсолютно все по форме вашей стопы. Туфельки, как правило, выглядят, как будто они сшиты индивидуально. Настолько они хорошо подходят под ножку. Я с тобой сейчас сразу хочу поделиться удобством. Ты знаешь, что у меня нога травмирована. Вот в этой части у меня были переломы плюсневой косточки. И мне важно, чтобы здесь ничего не жало, чтобы здесь была свобода. Так вот, действительно, здесь абсолютная мягкость. Плюс у меня остается еще свобода. Посмотри, эластичная лента. Это и для высокого подъема нам прекрасно подойдет. И если, например, у кого-то ножка склонна отекать к вечеру, опять же, вы получите тот самый необходимый дополнительный объем. Ну и плюс ко всему, с помощью этой эластичной ленты удобно обуваться. Ты знаешь, вот мне просто очень хочется сейчас нашим телезрительницам обратить внимание на то, что уже завтра на
телеканале Shop & Show. Наташ, эта цена будет уже не 1599 рублей, а 3000 рублей. Сейчас в два раза дешевле. Вспомните свои ощущения, когда вы носите хорошие, качественные, добротные туфли. А знаешь, тем более сейчас у нас отпуска, кто-то поедет отдыхать. Я, кстати, в прошлом году в Геленджике отдыхала. Знаешь, я в туфельках, в кожаных пробегала все, весь город и ни в коем случае не натерла ножки. Вот, Лен, кстати, про отпуск. Очень хорошее замечание. Смотри, у нас туфельки из натуральной кожи, причем и снаружи, и внутри. Угу. Кожаная же здесь и стелька. Это уже значит, что прекрасная воздухопроницаемость, потому что равных по дыханию, конечно, натуральной кожи нет. Но вот как, например, сейчас, когда у нас погода приблизительно плюс 17, плюс 20, вы можете носить на капроновый носочек, на колготы. А вот летом в жару, благодаря качествам натуральной кожи, благодаря натуральной кожаной стельке и перфорации, обрати внимание, перфорация это у нас сквозная, это не декор, вы сможете надевать туфли Сантино на босую ногу, поэтому ты правильно подметила, собирайтесь в отпуск, собирайтесь туда, где будут длительные экскурсии пешие, возьмите туфли Сантино, ваши ноги и будут дышать, и вы будете чувствовать абсолютный комфорт. Удобные, мягкие, красивые. Слушай, ну мне кажется, правда, нужно по две пары выбирать. Почему бы и нет, к тому же они действительно подстроятся. Посмотри, я хочу тебе показать еще мягкость так, канты. Расскажи. Это очень-очень важно. Очень часто в туфельках, даже в некоторых моделях из натуральной кожи, вот здесь вот очень жесткий кант. Впивается он прям. Сделан так, что он впивается в ногу. А что творится с ногой вечером? На самом деле, ну это уже больно, ты мечтаешь о домашних тапочках. Посмотри на мягкость, которая у нас здесь. Вот она, кожа. У нас нет ни одного лишнего шовчика. У нас нет здесь ни одной лишней детали. Даже в районе пяточки у нас абсолютная мягкость. Вот она, подстройка под ваш комфорт, под ваше удобство. Слушай, причем мягко у нас не только кожа, у нас мягкая еще и подошва. А это значит, что вам будет легко ходить, что вы будете чувствовать себя очень-очень комфортно. Вот она, ты только посмотри. Мы можем проверить качество подошвы, качество материалов. Это идеальное сцепление с поверхностью. И, кстати, помощь при ходьбе, когда вот так вот обувь может сгибаться. Дорогие, а у вас, дорогие любимые наши телезрительницы, а у вас есть такая пара обуви, которую вы можете согнуть, не боясь? А сломается она, прорвется она, где-то она пережмет вам ножку? Ни в коем случае нет. Сейчас самая лучшая коллекция специально для вас.